Miyamotokyo. Шалом, привет и здрасте. Сегодня мы на Миспарамоне будем забираться вот на ту гору и будем проходить где-то рядом, мимо, найдем воду. Надеюсь, дождь нас не застанет. Будет весело. Ходим. Отличный поход, ребят. Клянусь, честное слово, да? Просто прелесть, да? Вот с Костиком идем. А Костик вообще партизан. Купался в холодной воде. Я, знаете такое или нет? Вот так вот. Морж, короче, Костик наш. Привет, друзья. Вы не шевелитесь, как будто бы вы не настоящий. А, привет, привет. Привет. Красавчики такие. Уже начинаем преодолевать первую точку. Вот такие виды открываются. Вот такая вот красота вокруг. Настроение супер. Давай. Ну, давай. Опа! Ой-ой-ой. С одной из стратегических точек открываются вот такие виды на, не знаю, как это, кратер на самом деле, но в нем разные породы, красные пески, черные камни, светлые пески. Вот эти вот все трещины, это вот воды от дождей размыло там. Спереди это насыпная дюна, ветром в эту воронку залетел песок, и вот так вот оно обосновалось там. И гора Ардон. Вокруг бегают косули и другие птички. Мы спустились на тропу в Швиль Исраэль. Она идет вдоль всего Израиля. И тут встретили банду верблюдов. Дикие вот такие. Вот этот писит вообще. Вон там еще они стоят. Они просто повсюду. Какое такое. Маленькие, большие, одногорбые. Меня вот тут. Дружок, привет. Вот она, первая трещина такой вот пустыни, куда мы спускаемся вниз и будем идти до самой речки, сухой речки, сухая израильская речка. То есть мы спустились вот оттуда, вот, сверху, 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 а внизу еще ниже, то есть вот эта трещина. Спустившись с самого верха, оттуда мы попали на Халь-Хава. В переводе с иврита это речка Ева. Она течет дальше, впадает в другую речку. И та следующая уже впадает в Мертвое море. Но речки образуются только тогда, когда сильные дожди в Израиле. Вот предстоит сюда забраться. Это будет там уже прямая дорога до машины после этого. А вон бегают косули. Кайф. Вот нам по этим маршрутам косулям. Или козлы это горные. Горные козлы. Стоя возле таких больших массивных гор, чувствую себя каким-то маленьким муравьем. А там сверху бегают горные козлики и косули. Сейчас пошла дорога по таким камням. Подъем.
Либо это после дождей, либо так оно здесь и есть. Достаточно экстремально. Вот такие виды космические открываются за спиной. Мы сейчас здесь проходим. С каждым поворотом, с каждым подъемом что-то новое. То разрывы, то камни, то какие-то растения. Постоянно на нашем пути встречаются козочки дикие здесь, козлы горные, косули. Это непередаваемое ощущение. Какие там впереди породы, черные, светлые. Как они образовываются, я не имею представления. Вот такая вот расщелина. Вон у нас там. Вон она еще идет. Мы сюда спустились. Вот эти слоя-то, они образовывались тысячами лет. Я не знаю, на какой глубине мы, но по идее здесь просто произошел раскол, трещина нашей любимой планеты Земля. И вот такой вот. Хотел бы вам рассказать немножко истории, как в Израиле можно путешествовать в любое время года, в любой день недели. Лучше, конечно, будни, потому что меньше отдыхающих на местах. В любую погоду и с любым запасом денег в кошельке. Последний год для меня открывается много новых маршрутов. Я нашел классные компании, которые ходят, гуляют по таким местам, которых ни в каком туристическом дневничке не будет записано. Они ходят по нетоптанным местам, иногда в прямом смысле этого слова. Ходят по экстремальным местам, находят ночлеги в самых необычных местах, которые можно предположить, и о которых ты даже не думал бы, что они существуют, и там можно переночевать. А вот так вот бывает, оказывается. Красавчик, сейчас будем ехать. Не зря я взял Range Rover с собой. Сегодня мы были в кратере Миспарамон, точнее стартовали оттуда и пошли пешком в районе 30-32 километров. Прошли один из самых красивейших маршрутов Израиля, по мнению многих ребят, с которыми мы ходим. Я вам хочу сказать, что получил колоссальные эмоции просто от этого. Отличный темп, классная команда, небольшая группа. Двигались быстро, мало останавливались. И получается, вот сейчас 3 часа, и мы уже идем на финиш, где нас заберут джипы и отвезут к дому. Я вам желаю путешествовать много, искать места. Пишите, спрашивайте, я с удовольствием подскажу. Поучаствуем вместе где-то. Наслаждаемся жизнью, а мы едем дальше. Дали Будда.